силой своего такого видения, может быть, такого сверхвидения, он предчувствовал, что в стране назревают такие колоссальные изменения. Ну, это, понимаете, наше воспитание не дает, или мы сами не можем достичь его уровня, поэтому, может быть, мы его не понимаем. Мы сейчас едем на родину Этигилов, Хамбаламы. Мы 6 раз в году в Хамбаламу заносим наш центральный храм и садимся на центральное место, и верующие, проходя мимо него, получают во время большого молебна благословение. И в эти какой-то момент у меня как-то созрела мысль, что люди приходят как в музей, то есть смотрят так внимательно, ну, картинку разглядывают или какую-то статую разглядывают. Я как-то где-то, как сказать, благородным ярости сказал, что вы так не относитесь, все-таки это же личность живая и тому подобие. Это же интереснее. Находясь в океане страданий, находясь в постоянном вращении, каждым днем и с каждым часом старее и слабее, мы же должны найти какой-то рецепт, чтобы находиться в состоянии, будем говорить, бодрствования.